пластический хирург. Леночка, скажите, пожалуйста, сколько у нас сегодня пациентов? Леночка? Опять опаздывает. Ну что такое? Ну что я могу вам сказать? Все отлично заживает, все по плану. Я думаю, буквально через недельку уже можно снимать повязку. Да, я бы хотела сделать липосакцию живота, потому что ну, все эти диеты, это вообще не для меня. Ой, простите, что кушаю при вас, я просто ела 20 минут назад. Такая уже голодная, ужас. Да не стесняйтесь, не стесняйтесь, кушайте, кушайте. Да-да, я оставлял заказ вот на те темно-синие шторы. У вас там не указаны цены просто на сайте. Не могли бы вы мне подсказать? Сколько? Давайте так, я немножечко подумаю, если что, вам перезвоню. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Да-да-да, здравствуйте, здравствуйте. Да, мы решили прийти к вам вместе. Потому что мы все делаем вместе. И мы бы хотели бы раз, два, три... Исправить нос. Ну, в принципе, все возможно. Можно даже сделать это одновременно, представляете? Скажите, а вы не думали о том, чтобы еще вместе увеличить грудь? Вы не переживайте, не переживайте, я вам сделаю на это персональную скидку. А у нас хватит на это денег. Хотя, с другой стороны, ему что, жалко для меня денег? Тем более, это же все для красоты. Мы согласны. Вот и замечательно. Вам хватит денег, мне хватит денег. Что? Что? Да, здравствуйте, я сегодня оставляла заказ на шторы, я бы хотела его возобновить. И еще, наверное, тот пуфик. Да, его тоже добавьте. Добавьте сразу два. Дайте-ка угадаю. Подтяжка век. Нет. Стойте. Возможно, подтяжка груди или липосакция, да? Нет, но я же... Возможно, вы хотели бы увеличить грудь? Попу? Изменить форму губ? Разрез глаз? Вообще-то я ваша новая секретарша. Оу. Неловко получилось. А что с Леночкой? Так она же уволилась еще неделю назад. А-а-а. Тут и я думаю, что-то она так много опаздывает. Так, ну что, последний пациент, и можно домой. Проходите, проходите, не стесняйтесь. Доктор, мы все видели, какую прекрасную работу вы проделали. Мы теперь тоже хотим стать красивыми. Я решилась к вам прийти первой, потому что вы высококвалифицированный специалист, и я уверена, что вы-то точно сможете мне помочь. Ну что ж, вы в хороших руках. Сделаем из вас топ-модель по-американски. Вы обещаете? Так и будет. Только давайте вы вначале разденетесь, и мы посмотрим, с чего бы нам начать. Пластический хирург. Всем вновь доброго времени суток, с вами Элисон Роуз и друзья. Пластический хирург вновь нужен миру. Так много женщин нуждаются в моей помощи, и мужчин, кстати. Но сегодня весь наш взгляд устремлен на женщин. Мы должны помочь этим бедолагам стать объектом мужских желаний. В тот раз мы справились достаточно неплохо. Что будем делать в этот раз? Я написала Ugly to Beauty в поисковике. Он выдал огромное количество вариантов. Тут можно выбирать очень долго. Но я, в принципе... Пока смотрела на все на это, мне понравилось, сейчас вам скажу, вот эта вот дамочка. Почему бы и нет? Я готова. У, панкушка! Чё она любит? Она у нас, во-первых, враг народа, скептик, злая и холерик. Ну, почему все время их делают злыми? А злыми-то они, злые-то, наверное, от внешности, понимаете? На всю жизнь над ней прикалывались, издевались, и тут она... В общем-то, она у меня почему раздетая? Она у меня, на самом деле, должна была быть в одежде. Просто это из какого-то дополнения, которого у меня нет одежды. У меня не все есть дополнения. Итак, поднимем грудь. Уберем живот. И немножко накачаем ей бедра. И все, всего понемножку, так сказать. Кажется, надо ей вернуть фигуру чуть-чуть.
как-то, да. То я вообще не понимаю вот это вот торчащие ребра. Слушайте, не хочу никого обидеть, но мне кажется, когда сильно торчат ребра, это выглядит нездорово, как минимум. Девушка должна быть нормального телосложения. Не, я серьезно, девочки, если кто-нибудь из вас когда-либо стремился к фигуре, чтобы торчали ребра и позвоночник, завязывайте с этим. Это ужасно. Но если вы такая от природы, это, конечно, нормально, но такой от природы вы быть не можете, значит, вы мало кушаете. Что-то я куда-то не в ту степь пошла. Итак, ну, сделаем тогда и, наверное, агрессивную, да, внешность. Имени, к сожалению, у нее нет. Хотя, ну, видимо, просто не знали, как правильно создать. Ну да ладно. Убираем всю косметику. Убираем прическу. Голова несоизмеримо гигантская. Я начну с того, что реально исправить. Уши. Такая реально исправить, как вот все остальное нельзя. Нет, все можно, друзья. Можно все. Значит, я подтяну ей лицо вверх. Так, делаем немножко. Глаза поворачиваем. Выпрямляем бровки. Опускаем бровки. Нос, как будто, видите, даже текстуры уехали. Настолько это нереалистично плохо получилось. Оу. У нее веснушки аж растянулись. Интересно, вообще такие носы в природе бывают? Мне кажется, что бывают. Бывают, но все равно природа задумана, понимаете? Все в природе задумано так, чтобы все более-менее было симметрично. Не может быть так, что у вас отдельно гигантский просто нос. Так не бывает. Так, ну я ее уже более-менее привожу в норму. Что-то я как бы... Единственное, все равно, я сейчас отдалю, и мне опять будет казаться, что огромная слишком голова снова получается. Но ладно, я для начала увеличу глаза. И давайте что-то сделаем срочно с носом, потому что он огромен. Господи, она становится похожа на Джоли, но башка все равно огромная. Окей, I get it. Вот так. Во! Слушайте, да, она уже хороша. Может быть, я, конечно, преувеличу. Так, что мы сделаем с губами? Давай сделаем их немножко вот такими. Повернемся и посмотрим, что у нас здесь. Во-первых, очень далеко глаза. В чем выступает, наверное, лоб. Я пытаюсь понять, что... Вот мне писали, что что-то не то. Сбоку опять. Ну вот, это, конечно, у меня потенциально проблематично с этим совсем всегда. Так что уж не обессудьте. Слушайте, я какую-то Джоли реально сделала. Нет, ну может мне так кажется и... Типа, сама себя не похвалишь, никто не похвалит. И мне кажется, переносится неестественно вот здесь вот. Тут надо сузить. Просто было не... Естественно. Надо приподнять глаза. Вот так вот. Как насчет сменить ей бровки? У меня тут есть... Ништяковские бровки. Сейчас мы их попробуем как-то покрутить, повертеть. Вернуть их в нормальный человеческий вид. Во! Ну! Хороша? Итак, родинки мы удалять, я думаю, не будем, потому что это неотъемлемый атрибут ее. А дальше, я думаю, надо подобрать прическу. Но она выглядит хорошо, согласитесь. Да, она даже сбоку нормально выглядит. О, глаза с краснотой, как я люблю. Блин, сильно краснота, да, видна прям, капец. А такие глаза красивые. Ну хорошо, я так думаю, что у нее где-то серый цвет глаз. Я так думаю. А может быть зеленый? И она такая вся рыжая, а? Вот это стильно будет, слушайте. Мы ее сделаем агрессивненькой, поэтому она будет рыжая агрессивная. Теперь нам нужно подобрать ей причесон. Короче, берем такой и делаем ее волосы рыжими. И брови мы ей сделаем, я даже не знаю, какого оттенка. Ну вот, оно подходит более-менее, смотри. У меня просто морщинки, как будто она... Ну, может, у нее возраст. Я просто не обратила внимания, если честно. Нет. А что тогда с лицом-то? Вау, вау, вау! Нифига. Я думала, что-то у нее морщины, морщины. А сейчас я убрала морщины и просто получил топ-модель по-американски. Что мы сделали? Давайте, в пластической хирургии. Первое. Существует убрать все родинки. Родинки, кстати, мы оставим. Они как были, так есть. Веснушки мы убрали, а, собственно, ее морщины мы закачали филлерами. Вообще-то так работает. Поскольку она у меня дерзкая, резкая, так что у нее будет еще и кольцо в носу. Да, наверное, серебряное. Переходим к косметике. Я опять накачала кучу всякого. Так что сейчас будем смотреть, что из этого симпатично, а что из этого нет.
принципе, оно все выглядит ничёшненько, да? Кстати, зеленый очень хорошо смотрится. Оно такое, знаете, типа не хватает, прямо, я говорю, дерзости какой-то в макияже ей. Мы сделаем ей, кстати, давайте сделаем, затушуем ей. Как-то контурирование, да? Вот тоже мне женщина, и не знаю, как это называется. Ого, вот это дерзко! Не, ну это слишком, мне кажется. Даже перебор. Может, вот что-то... типа такого... Вот что я хотела. Отлично! Я хотела ей сделать безумно яркие глаза. Одну минуту, вам не кажется, что теперь она похожа на Кристен Стюарт, нет? Ну, мне кажется. Я не знаю. Я не уверена, но похожа. Мне нравится. Я считаю, это супер. И теперь нам нужно подобрать ей дерзкую одежду, да? Слушайте, я так поняла, что модификации для Sims это обалденно. Единственное, что их очень тяжело, если честно, искать. Потому что их там так много. Каждый может сделать ту же футболку, раскрасить. Потому что, в принципе, это достаточно реально сделать. Я смотрела, как это работает вообще. Это не очень сложно. И, конечно же, каждому хочется. Но я что-то не могу подобрать, блин. Окей, это выглядит как-то... развратно слишком. Вот, сейчас мы что-то из этого... Вот, смотри. Как раз рваные джинсы. Очень даже в тему. У меня единственное, что нет обуви разные. Но мне нравится стандартная, так что... It's so sexy. Вот. Вот что у меня было. Вот теперь это огонь. Вот теперь она мне нравится. Она такая... Я говорю, она такая бунтарка рыжая, значит, ей все равно, что о ней думают. Она там где-то сама себе на уме. Хоть немножко и злобная, но... в душе все равно мягенькая и пушистая. Так со всеми девушками злобными, поверьте. Поверьте. Ну что ж, мы закончили с основным нарядом. Теперь нам нужно переходить к официальному. Сейчас произошло что-то невероятное. Я аж охренела. Посмотри, что сделала игра. В смысле... Ого! Нифига себе! Не, ну это вообще-то выглядит очень круто. Соглашусь. Безумно круто. Все, конечно, по стилю, все дела, но нет. Жалко, прям оранжевого, да, нет? То есть он блондинка или вот такая? Ну ладно, не страшно. В этот раз мы наоборот сделаем акцент. Это же у нас официальный, правильно? Официально. Мы сделаем акцент на губы. На губы сделаем акцент. Вот. Типа немножко, знаете, в цвет волос подвели. И добавляем реснички. Только эти какие-то совсем уж не яркие. Ну так, знаете, типа не очень яркий макияжик у нее получается. Так, что же мы тебе подберем? Мне просто хочется, чтобы она осталась такой, типа, бунтаркой, но не хочется, чтобы она уже была, знаете, ну совсем не в тему на каком-нибудь официальном... Вау. На каком-нибудь официальном событии. Господи, а вот это клево. Кстати, как ни странно, это платье, по идее, вообще... Ну, мне кажется, оно немногим понравится, потому что оно не стильное, модное, было одежное и короткое, но мне оно безумно нравится. Итак, я предлагаю все-таки вот такое ей оставить. И добавить просто колготки. Хорошо, оставляем черное. Но с другой стороны, я подумала, то что наша дама бунтарка, значит, она все равно должна быть с ярким макияжем. Господи, да у меня были линзы, но они тоже затемняют как-то по-стремному глаз, опять же. Сейчас я пытаюсь подобрать что-то. Я забыла, что, где у меня находятся линзы, чтобы вы понимали. Я только сейчас это вспомнила. Предлагаю заюзать линзы. О, господи, она божественна. А, предлагаю здесь выбрать такие же линзы. Хорошо, на вечеринке она надевает другие линзы. Договоримся. Просто эти мне безумно нравятся. Очень красивые линзочки. Смотрите, по-моему, это одно и то же, наконец-то. Да, я угадала. Значит, смотрите. Мы, кажется, закончили с этим образом, но чего-то не хватает. Конкретно не хватает аксессуаров. Поскольку у нас здесь открыто ушко, надеюсь, что-то, что висит, будет видно. Еп. И это видно, это хорошо. Это прям-таки прекрасно. Мне даже это украшение стандартное нравится. Прекрасно, супер. Ну, в общем-то, я думаю, да, нормально. Продолжаем. Дальше спортивный костюм. Каждый раз, когда я выбираю что-то, он делает какой-то перегидрольный макияж. Видимо, у самого персонажа такое
Видимо, у своего персонажа такой адский макияж. Вот, оранжевый возьмем. Супер, как раз это возьмем под занятие спортом. Пускай будет так. Теперь одежда. Ох, вечные сложности, господи. Она занимается вот в этом. Why not, в общем-то. Супер, вот это я понимаю. Так, и обувь. Ну, обувь тут, в принципе, я думаю, разницы никакой нет. По-моему, даже отлично. Даже макияжу не стоит краситься, потому что... Это даже спорт, правильно? Теперь ночное белье. Вау! Тот, кто выбирал ей косметику, это прям неплохо. Пожалуй, это я чуть-чуть уберу, ладно? Очень ярко. Чудовищно прям. Так, что-то из этого можно выбрать такое, знаете, с... Собранные, может быть, волосы как-нибудь. Чё-нибудь. Хвостик какой-нибудь. Ну вот. Пойдет. Для сна как раз. Тот момент, когда я даже не хочу менять ей наряд. Итак, вечеринка. Отличность чувства юмора, мадам, но... Но нет. Нет. В этом ты ни в коем случае никуда не пойдешь. Вечно глаза не удается подобрать. Типа, я знаю, как должны выглядеть те самые глаза, но я не нахожу их каждый раз, когда пытаюсь их выбрать. Типа, где они? Где сейчас эти глаза? Почему я их не вижу? Не поверите, в этой куче линз я нашла те, которые мне нужны. Это же они? Есть, это они! Это было сложно. Так, у нас вечеринка. Что на вечеринку? Нужна какая-то другой... Другой причесон нам нужен, это точно. Ну вот, почему бы и нет. Возьмем... Блин, тут как-то нет рыжих почему-то. Что у всех за проблемы с рыжими волосами-то, ну? Окей. Верну те же, которые у нас были для официального. Почему бы и нет. И тогда давайте займемся косметикой. Это, в принципе, последнее, что там осталось. Сделаем что-нибудь яркое, очень яркое. Что-то безумно яркое. Чтобы аж... Прям аж... Я даже не знаю... Так, тут есть какие-то супер темные оттенки. Именно это я и выберу. Стой, не путай меня. Подводка. Что-то подводка. Надо ли она мне? И перейдем к одежде. С этим, конечно, будут сложности. Господи, я хочу эту юбку. Я не знаю. Да, я это даже оставлю. Все. Так, а теперь нам нужно какой-то верх подобрать к этому, ко всему. У меня тут всякого полно. Блин, а тут есть похожий оттенок? Ну, слушайте, смотрится неплохо, учитывая, конечно, что у нее руки прям все внутри юбки, но смотрится неплохо. За счет обуви там все равно как раз никто ничего не видит, можно на коротком, на маленьком каблучке надеть обувь. Так, а теперь нам нужно добавить какие-то аксессуары, потому что их вообще нет, и это выглядит совсем не очень. Давай что-то мы тебе... О! Вот это мне нравится больше. Хорошо. Ну и попробую что-то в ухо, попробую какие-то сережки поставить. Не уверена, что, конечно, их опять будет видно. Ну, такое. Ну, вот их как бы опять совсем не видно, но да ладно. Ну что, по-моему, получилось просто прекрасно. Блин, как же мне нравится. И нету оттенка опять волос нужного. Пускай она будет такая. Ну и одежда. Вы знаете, я даже макияж ей менять не буду. Только уберу отсюда чертову обувь. Так, и поменяю верх этого купальника. Тихо, спокойно. Верх купальника поменяю. А можно какой-то более черный? Или это весь черный, который ты можешь мне предложить, да? Грустнео. В общем-то, друзья, мы закончили. Единственная была, конечно, проблема с тем, что не всегда получалось выбрать оранжевые или какие-то рыжие волосы, потому что в большинстве вариантов модификации волос, которые я находила, вообще этого нет, не знаю почему. Вот такой, напомню, была наша модница. Злобная модница. Но она понятна, от чего злоба-то, понимаешь? Все понятно. И сделали мы ее вот такой. Я безумно довольна результатом, потому что получилось реально очень дерзко, очень клево. Плюс макияж удачный я достаточно скачала. И, между прочим, кофта, куртка даже из стандартных. И обувь из стандартных. То есть, в принципе, почти все это из стандартных, кроме маленькой детальки у нее на шее. Очень классный чокер. Я забыла, что он у меня вообще есть. Давайте пробежимся быстро по всем остальным нашим костюмам. Значит, это у нас основной, в общем-то, наряд. Для каких-то мероприятий она будет ходить вот в таком
костюм. Единственное, что опять платье очень черное, в отличие от колготок. То есть они не такие черные, как мне хотелось бы. Я даже думаю их убрать отсюда вообще. Да, стало определенно точно лучше. Дальше, спортивный наряд. Я почти ничего не меняла, взяла такой, знаете, шорты Лары Крофт. Вот. Получилось на самом деле очень классно, очень нравится мне этот топ модификационный, очень красивый. Так, переходим, у нас получается, что это, в ночное белье. И тут я вообще ничего не меняла, я оставила такое, какое есть, мне очень нравится. Единственное, конечно, мы изменили прическу. Переходим в для праздника наряд. Конечно, должно быть наоборот, для праздника и костюм поменять, но она у нас нестандартная. Она на праздники ходит, как на бал, что все на нее обращали внимание. Вот такой корсет металлический я добавила, добавила юбку, и получилось просто супер. Конечно, жалко, что юбка уходит, точнее, руки уходят прямо в юбку, но это модификационная одежда, она, в принципе, никогда не работает так, как ты хочешь. Потому что это достаточно сложно все предугадать, плюс это надо самого персонажа как-то двигать, иначе не получится. Единственное, что тут можно было сделать складки, но это, наверное, было бы гораздо сложнее сделать. И последний, это купальный костюм. Я даже не стала ей менять косметику. Единственное, что прическа мне безумно вот это понравилась, но нету опять рыжей, поэтому пришлось оставить такой, какая она есть. В общем-то, фигуру, кстати, я не так сильно, чтобы прям корректировала. Единственное, что уменьшила грудь в процессе, потому что она была невероятно какая-то большая. Но я оставила ей большую попу, конечно же. Конечно же, без этого что. Ну что ж, в принципе, я думаю, мы превращение на сегодня с вами закончили. В следующий раз бы мне хотелось все-таки преобразить мужчину. Это будет забавно, потому что симсов мужского пола я вообще никогда не создавала, никогда не пыталась что-то там, ползунки какие-то двигать, потому что я вообще не понимаю, как правильно создавать нормальные мужские лица в симсах. Вечно у меня получается это очень плохо, поэтому это, наверное, будет вдвойне забавно посмотреть. Ну что ж, с вами была Alison Rolls, это был Sims 4 челлендж, который называется Ugly to Beautiful. Увидимся в других роликах, ставь лайк и обязательно подписывайся на канал и жми колокольчик, чтобы там ничего не пропускать. А то он YouTube в последнее время такой, как бы я сделал видео, а ты не увидишь. Колокольчик обязательно жми. Увидимся с вами. Пока.